Это обзор рисунков. В хламе, в мусоре. Посрать — это просто обзор рисунков. Начнем. Рисунок. Да. Я не буду ничего говорить по поводу этого. Вообще не буду говорить. О май гад! Первый окончен. Второй — это Тера из Final Fantasy. Это Emperor из Final Fantasy 3. Это Кейн, не помню, из какой Final Fantasy. Это Ультимедий из 8. Это Сквол из Final Fantasy 8. Это Warrior of Light, то есть Воин Света из первой части. Это моя персонажка недорисованная. Это Кун просто какой-то. Это Тян. Короче, тут и так все видно. Потому что я ленивая. Да, вот. Ленивая. Делать нечего. Вот так. Господи. И вот. На этом мы закончили. Теперь вот этот арт. Он на большом формате. Вот такой. Он не очень. В нем анатомия плохая. Это недавний арт. Ну и это все.